mentally slaughtering all my enemies. I'm murdering recklessly, vicious streets ain't no sesame. Another notch on my felony list, I'm not wasting energy on this. I'm gonna win, I'll be honest, that's something I fucking promise. I'll listen, I'll take the charges, but this is my fucking conscience. God, this is so fucking pompous. It's hundreds if I was in office. God, I'm just so damn exhausted, now this is making me nauseous. I'm gonna win this regardless, this ain't no place for the heartless. Cause I live for the pain, the fight, the glory, the game. I'm crossing out now. Нет, еще не было. Я убрала когти. Я решила попробовать что-то новое. Честно, мне очень непривычно и неудобно. Ну, типа, что это такое? Они должны были быть длиннее. А они такие короткие. Это так неудобно. Я не могу привычно функционировать руками. Честно, я немножко в расстройстве. Мне просто мастер очень короткими сделала. Ну да, они в боевом режиме, то есть они даже не царапаются, ничего сейчас не делают. Я не знаю, если мне не понравится, я обратно верну другую форму. Ну то есть сейчас они квадратные. А я верну какую? Овальную. С когтями больно. Подтереться? Нет, не больно. Ты вот когтями и жопу вытираешь, скажи мне. Ногтями вытираешь жопу, да? Массаж можешь делать. Ну, не, нифига, все равно. Все равно они чуть-чуть не приспособлены для... Что за засве... Почему кожа блестит? Она не должна. Может, из-за этой херты? Ой. Ослепляет, капец. Я не могу ее настроить, чтобы мне нравилось, как она светит. Я пыталась сейчас провести эксперименты немножко со светом, но все грустно, мне не понравилось, как все получается. Че, ослепило, да? Все нормальные люди моют жопу, если че. А не у всех есть биде. Не у всех есть биде и, как это, душ. Гигиеничный душ. Вот в идеале лампу вообще сюда поставить, вот прям сюда. Как я это сделаю? Никак не сделаю, там, блядь, стол стоит. Просто ножка у лампы большое основное кольцо, она вот такая большая по ширине, вот как вот. Нет. Не понимаю, но надо попробовать. Щипаться можешь зато. Да, о, я всегда могу щипаться, вне зависимости от того, какие она, как ты. Сначала своей красотой слепила, потом ой, смотрите какой. Вопрос желания. Сейчас в хату сделаю биде. Подожди. Ну, чтобы удобнее мыться было. Угу, сейчас, секундочку. Нужно лишь подождать чуточку. Так, по камере. Не понимаю. Лампочки. Я не понимаю, нравится мне картинка сегодняшнего стрима или нет. Может, надо нос припудрить, чтобы он не светился. Как не светился нос. Это пудра, вот так вот, топ. Все, уже не так сильно светится, уже нормально. Ух, что эти женские штучки. Так, что? В инсте, в телеграме. Нужно в телеграме. Ой. В секунду.
Окей, Google, спасите, покупаю. Что, экспресс-курс по чтению губам нашел? Свитер? Да, он очень прикольный, он миленький. 100% есть душ, зачем тебе биде? У меня, вот знаешь, если у тебя ванна, ты можешь сесть на краешек ванны и помыть свою жопу. А если у тебя душевая, тебе надо мыться всему. Жопу ты отдельно в душевой не помоешь. Привет. Восставших. О, приветствую восставших. А чего восставшие-то? Я не могу понять, мне опять шампунь не подходит или что? У меня теперь новый шампунь опять не подходит, опять голова быстро грязнится. Какой сериальчик, ты чё? Я смотрела сериал «Две разные вещи». Ты знаешь, какая я душная, когда мы что-то смотрим, это вообще жопа. Добрый вечер, приятного стрима, хороший свитер, спасибо, вот эти тоже. Да, вот, я в Телеграм для этого и заходила. Все, меня спутали. А еще, из-за того, что форма ногтей другая, я не попадаю по клавиатуре. Знали бы вы, как я долго сегодня в телеге писала пост, ну, про гороскоп. Но я сижу такая в автобусе, и там гороскоп у рыб, что именно на этой неделе вы найдете свое призвание, и там найдете суть своей жизни. Так я думаю, фига себе, но я сфоткать не успела, добро пожаловать. Я такая, ну и хочу напечатать. Блять, у меня не получается печатать. Я не могу напечатать вот этими ногтями. Вообще, не получается. Где мои длинные острые коготки? Рассказывал, из комы вышел месяц назад, вот и восставших. Зачем ты в кому попадал? Мог не попадать. Так, Телеграм. И еще у меня есть вся инфа по Эльбрусу и по музыкальному фестивалю на Красной Поляне. Так, ну это нужно как-то здесь как-то все оформить, еще будет потом красиво, но не сегодня, наверное. Да блин, ну я не попадаю, сука, кто такие ногти придумал? Ждем с вас. Да какой вам, сэ, не та буква. Блядь, это что за ногти? Все, написала. Про Эльбрус. Короче, на Эльбрус ценник чуть выше. Я не знаю, типа, это не прям критично. А почему он выше, как думаете? А потому что, блядь, стример туда едет. Потому что охуевший любимый стример туда едет с вами. Потому что тусовка охуенная. Это не просто тур, это тусовка. Плюс 23 февраля. Нужно было учитывать. Короче, на 3 дня. 23, 24, 25. То есть 23 утром приезжаем, 3 дня тусуемся и 25 вечером выезжаем. Ну, кто на самолете, тот в аэропорт в Минводы закидываем, и те люди не набираются, а я еще не собирала ничего. Вот, и, короче, тур на 3 дня стоит или 18, или 19 тысяч, не помню. Я забыла. Короче, почти 20. Чуть-чуть. Так вот. Больше. Но если вы либо через меня запишетесь, либо перейдете по сайту и скажете, а, блин, как его зовут? Дмитрий? А, Роман. Вот такие, ну там, зарегистрироваться вам, позвонит Роман или кто-то еще. Такие типа, алло, я же на Эльбрус. И вы такие, да, ну слушай, я вот от Саньки пришел, вам скидончик будет 1000 рублей. 2 дня было 10 тысяч, учитывайте то, что это было 2 дня простых, не праздничных. Тут 23 февраля. 23 февраля это очень высокий спрос. Там трансфер проживания и баня. Какую-то очень супер пуперную баню с какими-то ручьями. Типа ты из бани сразу в ручей какой-то прыгаешь, забронируй, говорит, это забронировать. В 23 февраля, говорит, это вообще, я не знаю, говорит, нонсенс. Короче, если бы ехать в обычные дни, да, тур будет дешевле, реально. Но из-за праздников он будет дороже, потому что отель уже будет дороже. Бывшая была бревном. Не знаю, как это переводится. Привет, мам. А я не знаю, я захотела попробовать. Честно, мне не нравится. Конечно, я пойду в баню. То есть, прикиньте, какая хорошая возможность увидеть, блядь, стримера в нижнем белье. Короче, почему? В целом, ну, короче, давайте 19, я не помню сколько, короче, точно. Первое, вам будет скидочка, потому что вы придете от меня, как от самого классного, лучшего стримера на свете.
ладно, не на свете, но, по крайней мере, в этих узких кругах. Вот. Охуенный отель, охуенное времяпровождение, баня охуенная включена, и стримлер включен в тур. Это я. Подробности будут? Да. Он сказал, говорит, дай мне, типа, 2-3 дня. Он мне ссылку скинул, но, говорит, что-то ему там нужно подредактировать. Что, я не поняла. Я не знаю, что подредактировать. Информацию, видимо. Ну, там вообще все расписано. Там все расписано по времени. То есть, описание, это описание на 3 дня. Тайминг. Даже тайминг написано, все, что по таймингу происходит. Проживание. А еще знаете, почему дорого? Ну, как бы это нормальная цена. Как и в Архизе. Короче, вот есть горы. Есть горы. Как бы что Эльбрус, что Архиз, у них есть поселочек, ну, через который ты проезжаешь в горы. И у самих гор есть гостиницы. То есть там не то, что поселок, там гостиницы прямо у самих гор, у самих подъемников. Так вот, основа-то всегда идет вот эта, которая там до... Ну, в районе радиуса 10 километров от гор. Типа там все гостиницы и хавчики. Хавчики. И всякое, не знаю, движ Париж. Вот. И на Эльбрусе то же самое. И он говорит, почему еще дорого? Потому что он снял номер, ой, снял отель прямо у канатных дорог. То есть, как вот он мне объяснил? Он говорит, вот ты вот накатаешься днем. Ты накатаешься днем, говорит, вот захочешь ты отдохнуть. Тебе нужно, вот если ты здесь снимешь номер, тебе нужно искать маршрутку либо такси и вот ездить сюда-обратно. А здесь, говорит, у тебя подъемник, ты с подъемника сошла, 5 минуток ты в номере, ты отдыхаешь, потом обратно так же. Говорит, типа, гостиница, да, на склоне прямо, и, говорит, еще вот поэтому цена повысилась. Привет. Про скидку в баннере напиши. Он мне скинул, там максимально обычный баннер будет. Надо, сейчас... Ну, то есть, название его сайта. У него целый сайт, где он все эти делает. Сейчас покажу. Ну, он такой красивенький, прикольный. Максимально. А чего он мне такого хуевого качества скинул? Мог бы получше скинуть. Это же такое. Хоть самой делай теперь. Чего за... PNG? Нет, что-то какое-то дерьмо скинул. Короче, вот такой. My way, как он говорит, это переводится как мой путь. Вот, и типа тут надо где-то сделать. Типа, если ты от стримлера скидка, будет скидка. Короче, надо оформить это все. Только что-то какое-то плохое качество прям скинул вообще. Вот, и все исходя из этого, типа какая-то классная баня с ручейками. Ты из бани в ручеек, блин, это как с Лизкой было. В горячих источниках мы из бани прыгнули чисто в источники. Это было жестко, это было классно, но это было жестко. Но это реально, это очень классные эмоции оставляет, заряжает. Вот, короче, баня, трансфер, проживание. Говорит, завтраки прямо там. Но он говорит, типа, я, скорее всего, закуплю продукты. Типа, можно и самим приготовить, а можно и в гостинице поесть. В гостинице, либо рядом, либо в этой же гостинице, прямо все, говорит, там есть прокат. Есть прокат борды, шлемы, ботинки и одежда. Ну, то есть, есть люди, которые, допустим, хотят поехать, но у них нету даже, ну, куртки специальной или штанов. Говорит, там есть все. Все, только вопрос типа денег в этом плане, именно по прокату. Но это везде так. Шумно в номере рядом с горой. Сомневаюсь, там не прям с горой, там на 5 минут от подъемника идти, так что там спокойно будет. Не надо говорить, что будет шум, ты чё. 23-го на Эльбрусе. Думаю, на Эльбрусе будет. Эльбрус самая высокая гора, конечно, будет. Либо там будут работать эти снежные дымовые штукенцы. Чё, а чё ты катарит ржёшь? Эльбрус... А, это уже прочитала. Чё ты ржёшь? Но он говорит, я изначально, когда ему говорила, давай, ну, чтобы, типа, куда я поеду, попробуем как. Мы попробуем на праздники. А, ну, я же вам рассказывала, что, чтобы попробовать наше сотрудничество, прокатит, не прокатит, он говорит, типа, нужно сделать пробный тур, и вот я ему сказала, что я хочу в свой день рождения на Эльбрус поехать. Вот. И вот это как пробный вариант. И потом в марте, через месяц, в марте, где-то в этих же числах, где состоится музыкальный фестиваль на Красной Поляне, прям там же тоже очень близко все, он везде снимает дом. А, кстати, там стоимость точно такая же. Только Эльбрус был бы дешевле, если не было праздников. Там, ну, 1015 бы стоил на 3 дня.
здесь праздники. И Роза Хутор, из-за того, что там музыкальный фестиваль, тоже около 20 на 3 дня. Но если я не ошибаюсь, он там прям целый дом снимает. Он нашел там какой-то супер классный дом. Поедет в день рождения отмечать и скажет, что классно, нет. Свитерок милый. Жал про байт на баню. Типа шанс посмотреть на стримеры в белье. Не, еда там не включена. Не включена. Он говорит, типа завтраки внизу 300 рублей на человека выходит. И он говорит, типа я, скорее всего, куплю просто продуктов, чтобы, если честно, ничего приготовить. Ну, то есть просто закупиться ими, вот. Короче, чтобы хорошо отдохнуть в праздники, чтобы хорошо отдохнуть в праздники на Эльбрусе 23-го, чур, я живу со стримером в номере, но там номера двух-трехместные. А чё, ты поедешь? Ну, типа, господи, чисто из Питера в минеральные воды взять микроотпуск на 3 дня. 23-е, 24-е, 25-е. 3 дня тусоваться, круто проводить время, чуть-чуть. Отмечать праздники, дни рождения, кататься. Нет, конечно. Второе заведение открывать. Да пошел нахрен, блин, ну и все. Ну и не есть. Только было бы дешевле, если не на склоне жить, да. А эту разницу, как ты говоришь, было бы дешевле, ты потратишь на маршрутки. На такси. Чтобы доехать от номера, точнее от номера к горе и от горе к номеру. А если ты захочешь днем отдохнуть, тебе хочется в номер. Вот, еще лишние траты. Как бы понимаешь, суть-то одинаковая, что ты так потратишь деньги, что так уже ты будешь жить там. Проект один висит на мне, меню ставлю. Ну и не поеду, капец. Мог бы взять и выделить время для своего любимого стримера и поехать. Зато в бане будет жрать минтер над телами чата. А будет ржать над телами? Пацаны, придется подкачаться. Что, четко, где четко на Эльбрусе? Привет, привет, я не помню, поздоровалась, нет. Есть целый месяц подключиться, да. Как бы там 14 мест, но, говорит, типа, если людей будет больше, просто закажет автобус побольше, ну и что-то будет с гостиницей думать. А так, да, и в течение месяца можно подумать, но, говорит, люди уже начинают покупать потихоньку. Говорит, типа, я еще рекламу не делала, уже начинаю. Но у него, в принципе, друг распиарен очень между теми, кто постоянно ездит. 5-7 минут ехать от Азу, да? Спросил у Лизы, сколько она заплатила за такси. Она ехала 5 минут, она заплатила 600 рублей. Ты думаешь, действительно ты сможешь наебать систему? Это курортный город. Ладно, Лиза доехала за 600, другие, там была пара, парень с девушкой, но девушка не ходила кальпаком, как Лиза, но почему-то она тоже, короче, оказалась в соседнем поселке, где 10 километров. И она говорит, вообще за 1000 доехали. Короче, Лизе еще повезло за 600 рублей доехать, я охуела. Потому что Архыз, потому что Эльбрус, потому что снежные курортные города, ну, поселки. Ты за 50 рублей не доедешь. Ой, трек, фига, ну давай послушаем. Ты пытался наебать систему, а система наебет тебя. То есть реально, я такая думаю, ну он говорит, типа, вот Саша, говорит, проехала там 4-5 минут. Говорит, вот как ты думаешь, сколько я заплатила? Я такая думаю, ну 300 рублей, я такая, 600, я такая, бля. Нас предупреждали, но мы были готовы, но не были готовы. Короче, это все из-за того, что спрос. Плюс 23 февраля. Как ты думаешь, выгоднее на склоне жить или в поселке? За месяц ничего не изменишь. В каком плане? Яндекс.Такси? Нет, там нету Яндекса вообще, вот реально. Ни в Архизе, ни на Эльбрусе нету Яндекса. Ой, такое мы слушаем. Такое мы слушаем. Про что вы вообще, про минводы? Я про Эльбрус говорю, какой минеральные воды. Я говорю, что вот, допустим, кто с России хочет ехать кататься на Эльбрус 23 февраля, они просто прилетают в аэропорт минеральные воды, оттуда их забирают, и все едут весело кататься. Принял. Умничка. Умничка. Минеральные-то воды, что на минеральных-то водах, да, там все есть. И такси, и не такси.
Любимый стример меня не уважает и не доверяет мне. Клип на компе есть с твоими словами. А что? Я, может, свои слова обратно заберу. Ты недооцениваешь меня. Так, конечно, понятно. Ну, как говорится, за комфорт и за качество нужно платить. Да. Ну, блин, а что хотели? Всегда это дорого. На один день, да, вне праздники 3500, 5000, о, 5000, это уже жир. Но реально, вне рабочие дни один, вне праздничные дни один день 3500. Хер тебе, а чё хер-то? Чё не так? Чё не нравится? Комфорт — это Саша в одном номере, вот это комфорт, да. А ты профукал, ты бы мог бы жить со мной в одном номере, но ты проебал свой номер. Ты там открываешь второе заведение, вот и все, иди работай. Ну да, он сказал, кухня будет, поэтому либо сами готовим, либо 300 рублей завтрак. Но он говорит, типа, хочет купить там яичек, бекончик, тоси-боси. Это про Эвери, блять, про Эльбрус. А про Красную Поляну, когда будет какое-то музыкальное мероприятие, как оно называется, забываю. Короче, Красная Поляна, когда будет мероприятие музыкальное, там в чем вкусовщина? Вкусовщина, блядь, Мира! Там в чем кайф? На Красной Поляне он снимает не отель, а дом. Ну, это с большей вероятностью он еще подумает, то есть он посмотрит, потом съездит. Понравится, снимает дом. Тоже жить у канатки. Так, еще трансфер включен в стоимость, если из другого города, просто трансфер вычитается из тура, это уже дешевле. Это уже там, это 16-17 тысяч. И что очень-очень вкусное, на Красную Поляну Несторка. Как я должна это запомнить? Что очень вкусно на Красной Поляне, в стоимость включены 2 часа. Обучение катания на бордах. 2 часа. Чтобы вы понимали, почему Лиза не каталась на борде, она хотела взять учителя, сэмпая, сенсея. 6000. 2 часа 6000 стоит на борде научиться кататься новичку. А у него стоимость включена, он сам будет учить. Потому что он сам тоже этим занимается и все прочее. Как сам этот... Он говорит, типа, фишка тура, что вот, он будет сам обучать 2 часа. Да это Мира! А номера с беды? Значит, номера с беды не знаю. Чем сегодня занимаетесь? Мы сегодня очень весело общаемся, наводим суету. Ребята, скажите, как может Почте России позвонить? Ну, потому что... С пятницы никаких сдвигов по ссылке нету вообще. Может, это она по пути замерзла? Можно позвонить на почту? Секс на вершине Эвереста? С тобой, что ли? Так ты же не поедешь, как он будет, это что? Ты же не едешь. Ой, можно найти на шапку новогоднюю? Молчу, больше ничего не говорю. Чего, простите, ты же не едешь? Как холодно с окном открытым. Ты чё гуляешь, Мира? Ты покатываешь, думаешь, всё можно? Мира! Господи, блин, она всё уронила с дивана. Магазин спросить, куда они там микро отправили. А они отправили это по почте. Но просто как микрофон из Внуково выехал, так он и не доехал до сюда у меня. И мне как-то, ну, грустно. Что почте в этом случае предъявлять, сказать, типа, о ложке, блядь, верните 20 тысяч моих, которые вы потеряли? Чё, как быть? Ауч. Наушники свои жду, пиздец, они все на таможне. Подожди, а какие наушнички, ну-ка, какие наушнички? Да не спёрли. Ну, если спёрли, тогда почта должна отвечать, нет? На это все. А про март, то есть надо до проживания будет доехать. Ну, там, да, получается, ты как? Проживание на Красной Поляне, да? Ну, на Красной Поляне вроде. Как получается, ты на аэропорте... А, так, блядь, еще же все проще. Ты в аэропорт приезжаешь, ну, не в Сочи, а ты приезжаешь в Адлер, где от Адлера минут 20 на автобусе.
там ходят автобусы постоянные, не маршрутки, а автобусы, просто на Красную Поляну все это там. Вот. И трансфер из тура и выключается. Ну, потому что, типа, кто из Краснодара, там «Ласточка» включена в стоимость. Вот. Не задерживай там посылку. Там тебе ВАДы напихали 100%, поэтому... Не, так а почта же должна... Мира, почта же должна нести за это ответственность, нет? Привет. Ну, либо претензии к магазину будут, либо к почте. Ну, как бы, знаете, извините, у меня 20 тысяч посылка, ну... Такой себе. Я сомневаюсь, что они хотели бы, чтобы она так это... Они несли ответственность за это. Мира, хватит бегать, я понимаю, покакала там эндорфины, гормоны счастья, что там у тебя. Да, меня все сносит. Блядь, ну серьезно. И 6 часов назад делала проверку. Она была внуком, как так и осталась. С 17 января, Карл. Неделю идет эта херота. Сам ты уборщица. Как у вас дела? У меня от микрофона не идет. Как у вас дела, рассказывайте. Александра Игоревна, Marketplace. Так а чё, где? Ребята, я хочу видеть свой микрофон. Эй, ты куда? Ты чё за мониторами делаешь? Слышь ты, мышь летучая. Я вижу тебя, чё. Она думает, что она сливается с этим. Хочу выходные. А ты мне скажи, почему ты мне не ответила? Спросила Роронга, ты какие наушники заказал? Автомобили будет доставка. Я вот думала, а Почта России доставка идет не поездом? Разве? А если автомобилем, автомобилем должно быть быстрее же. Пока посылку не получила, зато посылку отвечает отправитель и почта. Вот, поняли? Цвет волос охуенный, хочу машину в такую же пленку. А вот, кстати, знаете что, у меня вопрос про пленку. Допустим, вот я хочу Civic и такая, ну хочу же его обклеить, но это в будущем. Так вот, а если я захочу обклеить, это же нужно регистрировать или как? Это, короче, нельзя же видоизменить машину без внесения данных. Короче, объясните мне эту тему. Потому что я точно знаю, что разукрасить ее никак нельзя, а если меняешь пленкой? Отходил, еду грел, потом скинул. А я думала, ты как Sony закажешь. Нафига я тебе про них рассказывала? Вот и настал день 55-й стрим. А в ГАИ корректируешь цвет. Что, цвет меняешь? А это вроде плата, нет? Не проблема? Да? Это не проблема? То есть просто раньше это было прям реально проблемой. То есть сейчас это все когда... Где? Да? Да? Это все гораздо проще. Опачки. Мира! Покупа... Она со стола спрыгнула сначала, она на столе сидит. Тогда все гораздо проще. Мы покупаем с вами Civic. Не знаю, каким образом. Сначала мы купим дом. Потом мы покупаем Civic. За 40 звук не понравился. А что это за 40? Я дешевле купила. Лох. Типа я дам бабки ни за что. То есть ты сейчас засрал мои наушники? Ты засрал мои наушники сейчас? Проблема закатать в пленку, особенно если захочешь ее снять. А я видела видосики, как пленку закатывают. Блин, я бы сама хотела попробовать. Только нужен специальный этот фен. Лакокрасочное покрытие с хреновым состоянием. Ты пленку ты снимешь с краской. Ну, блин, тоже надо понимать, что если ты делаешь пленку, зачем тебе ее снимать? Ну, то есть это нужно учитывать этот момент. В бан его, да реально засрал мои наушники, еще, блядь. Охуел. Айфоны еще хуже наушники, чем Sony. Взяла, ну все, увольняйся, я тебе сейчас должности и модер уберу и из чата удалить у меня. Все, везде, все. Я тебе в черный список поставлю. Пленка не вечно, так, значит, просто потом заново переклеишь пленку. Я имею в виду то, что когда ты красишь пленку, машину в пленку, ты должен учитывать все это и быть готовым к тому, что либо у тебя с краской все отдерется,
либо иметь финансовую возможность переклеить. Это ты берега, блядь, попутал. Я что-то ничего у тебя не засираю. Ты, блядь, взял хуйню андроидовскую за хуевую тучу денег. Я же не засираю ее. А ты, блядь, мои наушники засрал, охуевший, блядь. Привет, Вова. Чертила, вообще слов нету. Блядь, с тапком, блядь, ходит, я вообще ноль реакции. А чего вы меня злите? Можете не злить меня? У меня сегодня настроение очень поганое. Я не знаю почему. Наверное, потому что я перепутала автобус и случайно уехала из города. И это заставило... Вот знаете, минус 5 на улице, но так-то капец холодно. Ну реально, минус 5, а ощущение, что все минус 15. Ты просто идешь, тебе холодно. Почему крутая? Почему так думаешь? Либо тебе придется красить машину перед тем, как клеить ее пленкой. После отлупления краски у тебя ни одна пленка этих дефектов не... Там зашпаклюем. Гороскоп посмотрела в автобусе. Ну да. Ну пофиг мне было на этот гороскоп. Да не купила я машину. Мы просто говорим о том, что вот, если клеить пленки в машину, что как это делается. Я никогда не жила в Питере. Ты путаешь меня с какой-то другой девочкой с тренершей 100%. Насмотрелся вот там всяких, и теперь вот да. Угу, ясно. Ой, что вы сегодня делали? Чем сегодняшний день лучше вчерашнего? Что вы сделали сегодня для лучшего завтра? Добавите. 100%. У нас плюс 3. Я на юге живу. Ты как, в смысле, если так колхозит, то легче самой из баночки покра... Да в смысле, я за пленку. А на пленку можно пленку поклеить? Подождите, то есть вы хотите сказать, что после пленки у машины вообще жизни нету? Ну, в плане качественного окрашивания. Добро пожаловать. Попки. Встал. Собес провести сегодня, чтобы у меня был сотрудник завтра. А ты ищешь себе личного помощника или что? Как? Че? Почему? Зачем? Привет. Интеллигент. Ой, я еще тот интеллигент. Я в Выборге. Это я знаю такое, вроде как, не знаю. Чем вы сегодня занимались помимо работы? Что вы хорошего сделали? Ой, а я музыку не переключила, а да. Ну, классные треки играли, ладно, я включаю свою. Я хочу спокойную музыку. Видос не посмотрю. Мне не нравится название вообще Выборг. Есть жизнь после пленки. Просто если снимать пленку, то проблемно может быть. Но так с этим же как-то решат. Окей, у тебя краска отодралась. Но как-то же этот вопрос решат. Либо шлифуют, либо шпаклюют. Но скорее всего шлифуют, чтобы не было жесткого перехода. Нет? На стыке. Целый день депресняк. Кто тебя обидел? Варю курицу сегодня, чтобы не было пуза завтра. Это что, ПП получается? А я тоже на ПП. Я ребрышки делаю. Боже, я так давно ребрышки не делала, и тут сделала ребрышки. Боже. Как это вкусно. Боже. Кто вообще придумал ребрышки есть? А интересно, человеческие тоже такие же? Ну, типа, там мясо между ребер у нас. Отрываешь, по новой пленку накатываешь. Так, место, где краска у тебя отклеилась, стыки же будет видно, нет? Это же будет колхозно, как выразились. Или я что-то не так понимаю? На ребрышке? Нет. Ты что? Я на такой легкий бад не поведусь, ты что? Не на два напал. А тоже депрессия. Шучу. Какая депрессия? Встал, поднял жопу и пошел в зал ебашить. Все, никакой депрессии не будет. Просто время непростое, вот и все. Как у всех великих людей, они проходят через трудное время. Да и не только великие, простые все люди проходят через трудности. Колхозно, зато стилево. Ну серьезно, а дайте как? А как? Блин, какой цевик красивый.
Какого года? Цивик. Временная апатия, это нормально. Да, вот серьезно. Цивик, чтобы сзади спойлер был. Спойлер. Блин, почему он спойлер называется? Седьмого... Нах тебе Цивик, мне нравится, мне очень нравится Цивик. Меня зовут... Давайте подумаем, как меня зовут. Алекс сокращенно от каких имен? Два имени, всего два имени. Мира! Да что будет-то с тобой? Красиво, очень приятно, спасибо. Меня всегда забавляет, когда я вижу, что ты приятная. Вот иду. Вот и понимай, как это. Ты приятная. Алёша? Не Александр, нет. Аккорд тебе больше к лицу? Аккорд? Что за аккорд? Не всегда ник от имени людей, но у меня тоже от имени, это было бы логично. Блин, Зим, который Мариадок, тебя Макс зовут? Да точно не Аккорд. А Хонда? А тогда я знаю, мне не нравилось. Хонда Аккорд. Приятно слушать такой вайб, а мы так-то стараемся. Ну вот Цивик, ну это какой-то не тот Цивик. У него багажник. Мне не нужен такой багажник, как все... Забыла. Какого года-то? Восьмого. Допустим. Цивик... 2008 год. Офигеть, капец, они старые, если захочу их покупать. Ой, случайно. Supram K4. Мазду с глазиками. Мне Мазда 3 нравится. Очень нравилась 6, потом я что-то с 6 перелезла на 3. Сейчас 3 нравится. Вообще такие соски. А! Что это такое? Toyota Supra? Скики-скики! 19-го, тебе 5 лет, мать, ты почему стоишь как целый Краснодар? 150 миллионов. Вкус у тебя так себе, знаешь, я смотрю на свой бюджет, блядь, а не на вкус у тебя так себе. Ты мне дашь, вон, ладно, 150, вон, 4-5 миллионов, ты мне дашь на Toyota Supra 5 миллионов, я вообще рот заткну свой тогда, окей? Ягуар за 500. Супра легенда. Не, выглядит охуенно, слово базару зиро. Но почему она такая дорогая? Ебануться. Просто 5 миллионов тачка. Вторую сразу пиздешь, не возьмешь. Это вранье стопроцентное. А почему легендарная? Что она? Что, в Трансформерах снималась? Или где? Или Форсажа? Напиши на почту, где посылка. Напиши на почту, где посылка. В смысле на почту напиши, где посылка. А как я им напишу? Форсажа? Жрет? Как табун лошадей? Бугатти. Ребят, вы мне дадите деньги на Бугатти? Ладно, играть, если что, давай. А в чё ты играешь? Пиздёшь. Ну вот и все, пиздобол, блин. Не люблю таких. Так, мне нужны картинки. Обклеенная. Как обклеенная по-другому? Рестайлинг? Нет. Как обклеенная вот на вашу машину называется? Горячая линия? Я не видела там слова «горячая линия». Где там слово «горячая линия»? Миллиард рублей, банка... классно. Call of Duty, ой. Вот это, конечно, на любителя, конечно, да. Mobile Legends. Подожди, это Лига Легенд на телефоне? Обклеенный.
обклеенный. Раз вы мне не сказали, как это называется. Да, вылетал себе. Вот. Как вам это показать? Захват окна. Сейчас я вам покажу цивика, офигевшего цивика. И вы потом тоже его захотите. Смотрите. Ой, подождите, я запуталась. Вот так. Ой! А как? А, альт. Вот так вот и вот так вот. Вы посмотрите. Нахуй вот ваши BMW и Mercedes, когда есть вот такая пушечка. Машину решила себе взять. Ну, в дальнейшем будущем, да, хочу. В дальнейшем. Ссылок в чате нету. Нет, Олега, это я не знаю. Ты говно, блин, ты говно. А машина классная. Только вот я бы нижние пороги убрала, мне кажется, они лишние вообще. Чай еще есть. Цивики очень легкие, очень управляемые, очень быстрые. Мне поэтому эта машина очень понравилась. Понятное дело, что за 5 миллионов всякие там. И, а сколько Бугатти стоит? Бугатти там все 10, да? А что ты засираешь мой вкус? Гольф 7. Сейчас загуглим. Что такое гольф? Подожди, Volkswagen Golf. Мне не нравятся Volkswagen. Не люблю Volkswagen. Фу. Можно что-нибудь посимпатичней? Ой. А Mazda 3 так не говно, да, по-вашему? Капец, цивик засрали, а этот не засрали. Я говорю, ребят, дайте мне денег, 5 миллионов, я куплю машину, которую вы скажете. Или иначе, не выебывайтесь. Ну, не знаю, мне не нравится такая машина. Личку. Что в личке, что за ссылка? Авито. 692 миллиона. Бугатти. В принципе, у меня вот именно столько вот на банковском счету лежит. В принципе, да, почему бы и нет. Всего-то, ну, 700 миллионов, господи, делов-то хоть сейчас куплю. Вообще фигня вопрос. Вообще. Стоит как 10 домов, а в целом неплохо. Снова машины? Нет, я просто поднялся вопрос пленок. Просто я помню, что раньше, допустим, покрасить машину, это было проблемно. Там с гаишниками проблемы были бы. И что-то как-то мы с клеением пленок плавно перешли на Бугатти за 700 тысяч. И кто-то купит. Так понятное дело. Блин, вы в курсе сколько? Блин, мне кажется, футболисты одни из самых этих богатых, блин, людей в мире.